О, она хитрая, Ульяна, она хитрая. Mm-hmm. В смысле? Господи! Вредитель! Подожди, а кто там взрывается? А, наших пингвинов! Ты чё, обалдел? Ух ты! Ну, привет! И как же давно мы не были в этом обби? Вы помните, как давно мы здесь не были? Я вот помню очень интересную надпись, которая потом разошлась на мемы. А-а-а! Та самая легендарная. Ну ладно, не буду. Так, а как ее стереть? Нет, ну зачем? Ой, а это я стерла чье-то что-то. Мое, ну и ладно. Здесь вышли новые уровни, кто бы мог подумать, представляете? А я уже забыла, как играть в эту игру. Ой, как выиграть в эту игру? А вот давайте вспоминать реально. Надо что-то нажать. А, там это, там лучик. Так. Надо лучик что-то сделать с лучиком. А. О, так. Господи! Мамочки! Нормально. Все хорошо, подожди. А, ты направляешь так. Лучик. Хорошо, тогда мы просто идем. И отяг. Какой? Отяг. Во. Гори! Ура! Ну, сработало. Опа! А, ой. Так тоже можно. Все, я прошла. Я прошла. А ты прошел? Ты не прошел? Ты умер? Ты жив? Все хорошо, все хорошо. Я вот. Подожди, он же сейчас взорвется все равно. Ну да. Бахнет. Ульяна! Ну, я решила проверить. Ужас. Мама! А что она так долго взрывается? Ты умер? Так, нет, я пожил. Ладно. Хорошо! Кто только что это сделал? Это Лана. Да, у меня красненький карандашик. А, ну ладно, все, зелененький уешь, я поняла. А как стереть? А стереть можно на ластик, и там ты у всех все удалишь. О! Да. Я же говорю, туда не надо... А как это? Чё он такой ребят. Сильный? А вот так. Надо нельзя дать ему... Сказал, сказал. Кстати, довольно много добавили новых уровней. А это что такое? Это чего? Класс. Беда. О! Осторожно. Господи. Нет! Потеряли бойца. Ладно, ничего. Я приду. У меня карандашик уже кончается. А ты можешь очистить свои каракули предыдущие, и все. Ой, это мое синее, я прошу прощения. Ой-ой-ой. Ура! Так, мне, по-моему, карандаш как будто, и руку взорвали. Кстати, мы вот это проходили, как будто. Возможно, так и есть. Потому что здесь новых уровней не так уж много! А как это проходить? Просто вот так? Вообще, думаю, да. А по теперь бежать, когда он уже выстрелил? Да. Ой, еще один маленький человечек. Что значит огонь? Наверное, нам туда надо. А, вот, смотрите. Это так, правильно? Все, счастливого тебе пути. Пока! О! Ты умер? Да, осторожно, там умираешь. А как мне умереть? А как быть? Ты куда меня? Вы зачем? Я хотел тебе помочь, нет? Так, давайте посмотрим, что там такое. Сейчас спасу. Ой. Ах ты. Сейчас, я точно спасу. Теперь я спасу. А как ты прошел? Я спасу, ребят, давайте, я спасу. Ладно, давай, запускайся. Запускайся. Так, получилось? Нет? А где? Да я куда-то в космос улетела. Давай, а зачем? Ну как? Я ни при чем. Так, оп! Нет. Ёша, ты слишком низко сделал. Я пешком прошла, короче. Да? Я тоже. Да, проще пешком пройти. Господи! Вредитель! Какой-то. Реально вредитель. Что это такое? А что он делает? Иди нафиг. Мама! Мама! А все нормально, просто проходим. Он дурной, он там остался. Он не там, он за мной бегает. А, ладно, давай. А как он? Привязал его? Беги. А, ребят, надо вот сюда, чтобы он кинул сюда. Он убьет кого-то. Надо заагрить его, чтобы он кидал вот сюда вот бомбы свои, смотрите. Ульян, давай в конец, давай. Нет, мы умерли. Ну что, давайте попробуем еще раз. Слушайте, это сложнее, чем казалось. Ой, у меня почти получилось. Это у меня какая-то волынка в ушах или как? Волынка, это он закричал, я думаю. А, Ёж, да, все получилось. А как ты это сделал? О, медалевый бейджик. Ничего себе. Я успею? Да, я успел. Остынь, класс. Пожалуйста, нам сказали тут. О. Ага. Катись. Качусь. Ой, а как? Все, пока. О, а мама. А, о. Ну, блин. Там, оказывается, сложно. Там надо сделать себе путь. А-а-а. Будь осторожны. Фу. Жесть какая. А что сложно-то так? Ой. О, кто красный? Я красный, прости, пожалуйста. Ладно. Ребят, я пролетел чекпоинт. Да, оставили звезду, бывает. Мне говорят. Мама! Отлично. А это мы постоянно хомяками теперь будем, да? А, видимо, какое-то время. А где моя? Блин.
О, нет. Слышите? А как стереть все свои эти штуки, если... А там очистить надо, клацнуть на очистить. Это вы на каком таком уровне? А, вот на этом вы уровне как раз. Я понял. Ну, я была не на этом. Что-то не идет у меня этот уровень. О, нет! О, нет! Ладно. Понял, блин. Давайте попробуем еще раз. А еще меня раздражает, что у нас карандашек всего лишь 50. Я помню, было больше. Да, кстати, маловато. Да нет, вроде столько и было. Побольше, чтобы он был. Это, в принципе, не запрещено. А сколько это стоит? Нет. Ну, X10 это 1300 робоксов. X2 хотя бы. Это всего лишь 225. Меня Лана замуровала немножко. Я сейчас отмурую, пойдем. А что теперь мне делать? А вот так. Могу вот так, да? О, могу! Не могу. Можешь. Могу? Можешь. Ну, наверное, нет. А, подожди, это вернуло немножко мне, да? Раскачиваемся чуть-чуть. Спасибо. О, боже мой. Так, я сейчас свое очищу немножко. Подожди. Ты можешь вообще все очистить. Можешь нет, ты... все очистить. А, ты не умрешь, я да? Я на своей хорошо. Стою, да. Операция по спасению Ульяны, что это такое? Вы посмотрите, что творится. Так. О, Лан, ты умрешь! Нормально, я не умру, я сейчас себя тут нарисую. Сейчас. Я прошу прощения, я очень сильно закричала, потому что я немножко умерла. Я отскочила, поэтому да. Ёж, а ты как там прошел? Да я вот жду вас, если что. Ну, очень просто, не знаю, что там сложного. Ой, ну понятно, ну конечно, что там сложного? Да, ну правда. Угу. Ну там ничего сложного нет. Не отстойте, я забыла переключиться. А что, если я останусь на этом уровне, можно? Это вроде нет. бы новый уровень, я считаю, это отказано. Уже достижение. Это, кстати, старый, по-моему, нет? Как да? это старый? Мы тут не были никогда. Нет, я не помню. Да? Я как будто помню. Я помню следующий уровень, который я прошел. Вот, идите. Хомячью штуку не помню. Не, я помню очень хорошо. Так, ну что, ребят, попытка номер, я потеряла счет. Я просто, опа, отлично. О, нет, стойте, остановитесь, пожалуйста, вот это, ой, спасибо большое, вы вообще бы видели, как я красиво здесь вообще все сделала. Подождите. Ульян, там внизу, когда будешь падать, там надо не пропустить карандашик, кусочек, 5 карандашек. О, забрала, 55, а подождите, а куда мне, а что? Прямо, сейчас я к тебе приду. А, как там? А ты где? А я немножечко упала. А, ну значит, ты не туда упала. Там надо прямо идти от того места, где карандашик, просто вперед. А, о, вот. Спасибо большое. Мне кажется, все-таки эти уровни были. Вот этот, по крайней мере, точно был. Ну, возможно. Я помню эту вот. А кто пакостит? Слышь. О, пакостит, я спрашиваю. Ребят. Я туда уже прошла и без тебя. Зачем? Ну, началось, конечно. Спасибо. А что он тут считает? Ого. О, он математик. Юный бухгалтер. Сильный. А, да? Ладно. А почему ты подождите, написал вот 5? Подождите, обратите внимание на это. Но мне кажется, на это верное утверждение. Нужно... А ну-ка. Ты слышишь? Подожди, это не я. А как это там 6? Это любое, да? И а так не равно? Получается. 2 не равно. Так, убери, я напишу. Я аккуратно пишу, ты неаккуратно пишешь. Что? Если зеленым, значит это верно. Ага. Какой кошмар. Понятно. Яблочко. Надо немножечко закрасить. Надо было красненьким его закрасить. Вон, смотрите, как красиво. Так. Тоже логично, вот, можно было идти, конечно. Я помню эту бомбу. А как сделать так, чтобы меня пропустили? Ну почему? О, наконец-то. Ульян, спасибо. Всего доброго тебе. Опа. Судя по предыдущему... Слышь? Ульян. Ну ты вы посмотрите. О, вот и оставайся там, понятно? Да. Блин. А тебя как задело? А потому что я не дошла до чекпоинта. Ой, это что еще такое? Ой, эй. Можно? Нет, я знала, что мужчина будет здесь. Ой, я случайно. А что делать, подождите? Я не помню. А, просто... Подожди, а, стирать, по-моему. Да, стирать. Ну-ка, упади, паучара. Упади, паучара. Как-то забрать эту... Мама! Мама! Ключик надо забрать. А он убивает? Я не знаю. Кто знает? Ой, я себе замуровала. Меня потянуло. А где ключик? Ой, мама. У него сзади. Где она, там и ключик. Вот тут. О, я забрала случайно. Ух ты, а Ёша немножко... Я убегаю. Это я забрал вообще-то. Она меня второй раз. А, ты забрал? Спасибо тебе большое. Да я. Ну, возможно, я теперь не выживу. Живи, пожалуйста. Это что такое? Я попыталась помощь замуровать паука. Спасибо. О. Слушайте, ну тут мы точно были, кажется. А как мы оказались раньше? А, все, просто выйти. Да.
Ой! Ой-ой-ой! Что? Кажется, мы катаемся на льду. Это лёдик, понятно. А вот это было? Вот не помню. Пингвинчик как будто бы, что-то вот помню. Они кушают рыбку. Я помню пингвинчик. Пингвинчик, не убивай, спасибо. Он тебя не трогает, он рыбку кушает. Ты ж не рыбка. Да? А, он меня не трогает. Тихо, друг. Обратно, ой, мне надо выйти. Ёша, ну что ты сделал? Ну они, ну пусти их вот так. Все, вот. Пускай кушают, пускай. Конечно. О, нет! Пускай не кушают. Ёши. Пускай не кушают. Все, до свидания. А зачем его? А здесь надо покушать. А вот тут надо покушать. Только им надо дорожку сделать, да. Я сделал. Ура. Не обижайтесь, пингвинчики, просто вы там не ту рыбку вкусили. А они все равно едят. Хавать. Наш 2D-шная просто обернулся там и скушался. Что, нет? Нет, я буду зачем убери. Я еще не знаю. А может, нам его наверх надо отвезти? Ребят, а я... Ого! О, чего? Как он это сделал? Так, нормально, он тут... Ой-ой, красота. Ой, красота, ребят, красота. Что там, просто прямо? О, нет, ладно! Просто прямо, да. Мне рыба тут осталась! Ладно. Она почему-то возродилась, эта рыба. И что, блин? Возродилась. Ну все, давай заново. Следующего пингвина ждать. Мы не можем съесть эту рыбу, к сожалению. Уважаемый пингвин, не хотели бы вы? Слушайте, а я немного сейчас буду возмущаться. Почему на обложке этой игры было написано, что здесь новые уровни? И обложка новая. Ну, может, есть. А там вот 116 из 119. Слушай, а может, они в начале эти новые уровни? Как это? Нет. Я не знаю, я просто предполагаю лишь. Ну, мы можем, конечно, проверить. Жек, кто там взрывается? А, наших пингвинов! Ты чё, обалдел? Ах ты! Ну-ка, давай, пингвиненок, иди. Иди, пингвиненочек маленький. Подождите, он не пройдет, надо ему сделать мостик. Убирайте. Умер, к сожалению. Надо вызвать еще одного, они просто так не ходят. Давайте так, я буду защищать от взрыва, а вы будете делать для него мостик. Но я пингвина вызвала. Так, давайте. А! Ну кто? Я не думала, кто что... Кто отвечал? Я не думала, что он отскочит так. Иди, пингвиненок маленький, хороший. Все, он идет хавать. Да пройдите, дайте, кто синий? Скорее, проходите. Ты синий. А, у Лены синий. Я не синий, а зеленый. Я синенькая. Ой, да извините. Почему? Опять. Сейчас, подождите, я сделаю. Все, ладно, иди. Спасибо. Тихо, подожди, не умирай, пингвиненок. Вернись к нам. Нужно, вернись к нам, брат. Уже не нужно. Брат, вернись к нам. Сейчас он. Все. Фух. Еще я полезу. Главное, чтобы просто... А как летать? Ну, да не уходи. А как летает? Ой, мама. О! Мама. Ой, мама. А как? Так, давай, улетай, Лан. Я не умею. Мама. Делай что-то. Мама. Лан, рулюй. Я не умею. Лан, рулюй. Делай лево-право. Я не умею. У меня не получается. Я что, шучу, что ли, тут? Тут, в общем, нужно... Ну, ладно, я пока буду объяснять, вы сами разберетесь. Мама! Ну, тут понятно, в принципе, все. А нам вниз там или вверх? Умерла. Вниз. Все, я долетел. Вниз? Да. О, она хитрая, Ульяна, она хитрая. Вот в смысле? Ой, иди ты. Не, давай ты мне повезешь. А как тут рулить? Меня кто-нибудь отвезет? Я вообще не умею. Ой. Ну, сейчас мы умрем, и Ёж тебя отвезет. Хотя, что-то мы так умрем. Хорошо идем. Пингвин ходит по лаве. Ничего себе. Нарисовали мне всяких пакостей. Извини, пожалуйста. Я умираю от этого потом. Мы выиграли. Все, я очистил. Извини, пожалуйста. О, бесплатный розыгрыш. Все. А что значит? Опа. Ну, что это такое? Это чего-то. Это я рисую. Вот так. Все. Мы приехали. Дорисуй чего-нибудь. Ладно, дорисуй. У меня просто все, у меня уже нет ничего, к сожалению. Что это? Это пингвиненок. Гусек. А, это пингвиненок. Пингвиненок. Ой, какая красота. Это мы пингвиненок, да. Ребят. На лапку не хватило немножко, но он так присел просто. Нахохлился, короче. Да. Небольшая лапка такая. Да все, на что хватило, если честно. Интересно. Теперь непонятно, разыграли нас или нет. Но я очень рада, что мы вернулись в эту игру, потому что она мне прямо очень нравится. Я буду ждать до последнего новые уровни в этой игре. А на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте жать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.